день. У нас тут супер замечательный турмалин. Обычно они бывают или яркие, но мелкие, или крупные, но бледные. А вот настолько крупный, яркий, еще и с хорошей огранкой, я вижу впервые. А цвет, наверное, медовый осенний или гречишный мед. Давайте вместе придумаем название для него. Не знаю, как его назвать. А, потрясающего качества. Он, в принципе, цены какой-то рыночной не имеет, потому что вот именно такого качества камни оцениваются как произведение искусства. Пишите в директ или в WhatsApp.